Дорогие друзья, в нашем любимом городе живут суровые и довольно конкретные мужчины. А праздник для любого мужика – дело особое. Итак, хор сибирских мужичков с песнями о чисто мужских праздниках. Носки я в шкаф все уберу, открою пену для бритья. Ну что с фантазией твоей на 23 февраля? Жена накрыла на стол в честь нашей годовщины. Вдруг зазвонил телефон и голос там мужчины. Бегу из дома быстрей, накинув лишь ветровку, ведь с моего соседа сняли кодировку. Я одинокий, поэтому каждый день праздник. К примеру, сегодня я праздную день в кабачках. Сегодня праздник у ребят, и вряд ли будут танцы. И щеки красные горят, в основном у иностранцев. В тельняшках парни сидят, в фонтане бутылки в руках теребят. И обычно на 10 фонтанов по статистике сотня ребят. Нету шубы твоего размера здесь, в том отделе тоже нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Открываю свои глаза, с телефоном моим жена, но свои сообщения я все удалил, все удалил. Спасибо КВН-движению. Остановитесь, подождите. Ну чем мы занимаемся, а? Я понимаю, что праздник, но игра-то подходит к концу. Результат его еще никто не знает, и поэтому я не исключаю, что это наша последняя игра. И в такой вот момент вам разве в голову не приходят мысли, а вдруг мы не все еще успели сделать в КВН? Нет, ну серьезно, подумайте, парни. Может быть, есть что-то, что вы хотели сделать, но еще не успели? Я всегда хотел пожать руку Александру Васильевичу. Коль, ну а вдруг другой возможности не будет? Сходи и сделай это, конечно. Сережка, у тебя есть мечта? Ой, пацаны. А моя мечта сбывается прямо сейчас. Какая? А у меня слова выступлений появились. Ну вот, я об этом и говорю, пацаны. Пацаны, я всегда хотел спеть песню на Первом канале, можно? Да, конечно, вперед иди. Москва, звонят колокола. Москва, золотые купола. Подожди, подожди, Эдик. Ты в этой песне даже слова не переделал. Что за фигня-то? Есть нормальное желание у кого-то? У меня, Миш. Я всегда мечтал сделать предложение с этой сцены. Ты серьезно сейчас? Да. Ну так давай. Дорогая Пелагея. Давайте брус из Рязани возить. С меня транспорт, с вас помещение. Дим. У тебя есть какая-то мечта? Парни, а я всегда мечтал, чтобы наши родители увидели, как этот замечательный зал аплодирует нашей команде стоя. Ну, я думаю, это возможно, Дим. Уважаемые зрители, если вам не трудно, встаньте, пожалуйста. Я серьезно, встаньте, встаньте. Это не займет много времени. Просто пусть порадуются наши родители. Правильно, эту песню нужно слушать стоя. Москва, звонят колокола. Москва. Так, все, 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 Эдик. Встань на место. Ну вот, вроде все мечты сбылись. А ты сам-то что такой недовольный? Ну, меня просто напрягает, что я один мечтаю в финал попасть. Финал. Кубок мира, это финала. Мы не прощаемся. До свидания. Плохая компания, спасибо.